Всем привет, друзья! Сегодня мне поступил заказ сделать плетеную кровать. Тахту я купил, кровать, белье. И вот сейчас из нее буду думать сделать плетеную спинку высотой 70 сантиметров. Вот. В общем, смотрите, что у меня получится. Вот она кровать. Вот, в общем, вот она кровать, самое белье куплено. Вот высверлил здесь отверстие под столбушки. Вот эта рамка, сюда будет набиваться обрешетка. Тут вот заготовки, ноги у меня гнутые будут. Также будет перкой сверлиться отверстие. В общем, так, сейчас буду ломать голову. Чтобы думал голова, я принимаю крепкий чай. Вот так, пару ложек. Нормально тонизирует, голова начинает работать. Кто-то для этого использует водку или пиво. Я вот предпочитаю чай, так что так. Почему я делаю съемный короб на этой кровати? Потому что сам плетеный будет сниматься. То есть, почему я так делаю ее? Потому что как таково, если сделать плетеную кровать, она место будет занимать очень много. И вообще предприниматели, которые занимаются мебель, возят в город Москва и в регионы, не берут эту плетеную мебель просто потому, что она очень объемная. Ну, она смотрится богато, красиво, конечно, я не спорю. Но объем занимает, чем, допустим, вести 2, там, 3, вот. Кресло-качалки у меня каркас стоят. Он лучше возьмет 10 кроватей, у него будет выхлоп больше с них, с этих кроватей, чем, допустим, вот неразборную кровать я бы сделал, вот эту вот, ну, плетеную. Она место занимала бы, наверное, можно было 20 кроватей в разобранном виде загрузить. Поэтому они с неохотой ее берут, а после как бы кризиса этого, рывка вперед, у нас что-то вообще люди побросали заниматься мебелью, то есть возить в Москву, пошли просто или куда-то на завод работать, или что, в общем, невыгодно стало. И мы как-то, а тем более плетеную мебель возить, она такой объем занимает, это вообще, короче, досада. Вот поэтому приходится как-то делать, вот, чтобы занимало поменьше места. Ладно, дальше смотрите. Вот я, ребята, вывел короб, вот, насверлил отверстие под обрешетку. Вот, здесь тоже вот просверлено отверстие перкой. То есть вот эта часть снимется, кровать разберется для дальнейшей перевозки клиента. Будет занимать практически поменьше места. То есть мы оптимизировали ее для того, чтобы она занимала меньше места. Ну, смотрите, дальше что получится. Ну что, господа, вот это безликая груда палок. Вот вырисовывается вот в каркас плетеной кровати. Вот эти все усы, что палки срощенные, проклеиваются клеем и стягивается скоросшивателем, мебельным степлером большим. Сейчас осталось нам вывести спинку и обрешечиваем. Так, ну вот я вывел спинку. Клиент просил такой вот изгибчик, чтобы был. Мы ему вывели. Обрешетка крепится на клей. Плюс дублируется гвоздями при помощи пневмопистолета, большие гвозди на 30 и саморезами. Стараемся делать так, чтобы оторвать было проблематично, потому что клиенты разные. Не знаю, что они делают с мебелью, но бывает ломают. Ну вот у меня получилось, что, значит, вот эта вещь вся будет сниматься. Вот сейчас еще в оплетку это все дело будет оплетаться.
Так, ну что, друзья, посмотрите, вот что у нас вышло. Вышла вот такая плетеная кровать. Но оцените, напишите, что я сделал неправильно, может быть, совет какой-нибудь дайте. Все, жду ваших комментариев и лайков. Да, господа, вот это сам этот кокошник как бы с кровати я снял. Вот он отдельно, зафиксировал его брусочками, чтобы он... Ну, он и так без них хорошо держится. Ну, вот все, в общем...